это другие пенсионеры могут позволить себе расслабиться, надеть халат и спокойно встречать старость. Николай Яковлев не старается выглядеть бодрым и активным. Он всегда такой. Строгий, требовательный к себе, окружающим и по-военному собранный. Говорит, в 95 строить какие-то планы на будущее – дело неблагодарное. Все, чего он хотел сделать, он сделал. Трудился на благо Родины, воспитал не одно поколение судостроителей, написал несколько книг. Но главное – создал модели парусников. Одну из них – самому товарищу Сталину к его 70-летию. Перед поставленной задачей спасовал даже главный инженер судостроительного завода. А Николай Николаевич – нет. На изготовление модели ушла неделя. Яковлев лично отвез парусник в Кремль и передал комиссии в благодарность новая должность. Дают мне бумажку, где написано, что коллектив такого-то завода судостроительного за 7 дней изготовил модель под руководством главного инженера Яковлева. Я им говорил, тут ошибка. На меня так строго говорит, у нас ошибок не бывает. Я приезжаю домой, а там уже приказы, лавка. За проявленные инициативы, т.д. назначить Яковлева главным инженером. Воплотить в жизнь свое второе детище главный инженер Яковлев смог спустя много лет. Модель МиГ-80 занимает центральное место в тесной хрущевской однушке. Но это не просто парусник, это модель будущего и наглядное пособие для юных мореплавателей и нового поколения инженеров. О том, как создавался парусник, Николай Николаевич подробно описал в своей книге «Каравелла-21». Ее, кстати, юбиляр подарил своим гостям. Поздравить с днем рождения Николая Яковлева приехал глава города. Молодцы, что при здоровье, при активной жизненной позиции встречаете юбилей. Молодцы, что выполняете мою просьбу, что до 100 лет это даже без разговора должны доживать. А после 100 лет мы тогда посмотрим, ну еще поговорим. В подарок не только цветы, но и медаль за заслуги перед городом. Кстати, своеобразный подарок на 95-летие Николай Николаевич сделал себе сам. В этом году в свет вышла его очередная книга, в которой он дает ответ самым любознательным, почему плавают корабли. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.